Северский район по праву считается одним из лучших центров культуры и искусства Краснодарского края. Работники культуры выполняют высокую благородную миссию, помогают сберечь духовные ценности, созданные человечеством на протяжении всей истории. Именно они посвящают свою жизнь делу, в котором собрано достояние всего народа. На территории Северского района действует 57 культурно-досуговых учреждений. Это 26 клубов, 21 библиотека, парк культуры и отдыха станицы Северской, историко-краеведческий музей, кинотеатр «Ударник», районный организационно-методический центр, 5 учреждений дополнительного образования. В учреждениях культуры работают влюбленные в свою профессию уникальные самобытные люди. Они ежедневно трудятся над тем, чтобы максимально приблизить к землякам наше народное достояние. Они сохраняют и приумножают нашу культуру и наше творчество.